Всем привет! Сейчас я вам расскажу прикольные, смешные и классные анекдоты. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Алло, доктор, я по вашему совету клизму купил. Куда ее? Ну как куда? Налейте туда воды и в задницу себе. Доктор, я, наверное, вам позже перезвоню, когда у вас будет хорошее настроение. В аэропорту к таксисту садится классная чувиха. Едут они, значит, таксист думает, блин, как же ее отжахать. Уговорил, согласилась она в задницу. Отжахал он ее и спрашивает, а ну как тебе, московские таксисты? Девушка ему отвечает, а как тебе, питерские голубки? Женский монастырь. По кругу на велосипедах катаются монахини, томно вздыхая и покрикивая. Выходит настоятельница и говорит, сестры мои, если такое будет повторяться, я прикажу одеть на велосипеды седла. Дорогие подписчики и зрители моего канала, ну как вы видите, дождь не дает мне прям, хочется спокойно, хорошо снять. Нет, дождь как зарядил, целый день сегодня поливает. Только недавно, буквально вчера, была жара, тепло, солнце, прям за одну ночь все поменялось. Сегодня проснулась, плюс 16, ветер. Вот все бы ничего, но ветер ужасный. А сейчас вот дождь зарядил, как с обеда, так и поливает, да хрохочет. Ужас, конечно, что творится. До этого прям у нас, не поверьте, небольшой такой, как ураган промчался. Деревья повалило, ужас, что творилось. Причем вот в этот пик как раз мы попали с детьми прям вот на улице. Мы так гуляли, вот давайте в магазин зайдем. Зашли в магазин, и прям вот за секунду тучи так налетели, стемнело конкретно. Я испугалась, но было из-за чего пугаться. Витрина, все. Я и маленький у меня в коляске, и дождевик, и все, он вылазит. Видно, вот этот, он не плакал ничего, ему видно вот эта дождь, капель. Я вот честно даже коляску не могла детскую вести. Ужас. Мы, конечно, в магазине спрятались, переждали, но творилось ужасное, что вот метр, чтобы что вот максимально видно, это вот впереди метр. Больше вообще ничего не видно. Дождь такой поливал. Мы потом вышли, я говорю, бегом до дома. Я смотрю, так более-менее утихло. Бегом до дома по щиколотку воды. Пришли, конечно, насквозь, все мокрые. Но, слава богу, живо-здорово, все прекрасно, все хорошо. Интересно, как у вас дела, как выходные прошли, как рабочая неделька проходит. Пишите, задавайте свои вопросы. Хотела вам сказать, не забывайте, присылайте свои прикольные, смешные анекдоты. Ссылочки есть в описании под видео. Всем пока-пока!